Вы на канале Маша Плей, и сегодня сериал вторая часть «Сбежала из дома». Так, мне осталось только перейти дорогу, и все будет хорошо. Так, вот я уже и пришла. Так. Что мне надо взять? Здравствуйте. А можно костюм? Да, конечно, вы на работу? Да. Спасибо. О, здравствуй, Эмили. Здравствуйте. Это ты на работу хотела? Да. Тогда держи шапку, чтобы было не холодно. Нет, спасибо, мне и так не холодно. Ладно, только учти. Ладно. Садись. Сейчас будешь все сама делать, я тебя уже учил. Носи с собой всегда водичку и ланчбокс. Ладно. Надо запустить. Ой, надо еще заехать за поплавками, точно. Я забыла поплавки. Не надо забывать поплавки. Это может быть очень опасно. А, надо еще засолить рыбу, да? Да. Одно будет достаточно. Ой, селедка. Давай еще. Это слишком маленькие. Ладно. Смотри, какой фаршированный. А сейчас маленькая селедка. Клюет.